movies. Убил. Отлично, вправо пойдешь? Да, вправо Перебай, отворачиваю. за города. Все, вот смотри, откуда стреляет. Увидел, да. А что, тут ремонт нельзя заказывать, да? Можно, можно, надо двигатель, чтобы все остановились полностью. Остановил я все. Лопасти, чтобы все встали. Все стоит у меня. Да? О, слушай, у меня тут какие-то, этот, возле меня что-то завалось. А, да, вот, есть, да. За ушко стреляет у тебя, да. Она за городом. Все, пошло, да. Я просто черным думал, неактивно. Сейчас будешь за... разворачиваться, разворачивайся левым виражом. Вот я перед тобой сейчас. Я вижу, наблюдайте. Оттуда будет удобнее. Она за городом, ну, за ушки стреляли. Там дорога, а сейчас на дороге стоят. Так, я пошел в разворот. Да, у меня левый борт вообще. Ой, блин, я походу сейчас нарвусь. Что, блин, развернулся? Дорогу посмотрю, там на дороге может тоже стоять. Да, 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 на дороге. Оттуда стреляю. Давай тогда левую часть еще посмотрю. А, ты там пересмотрел уже все, да? Я забыл, что смотрел. О, ну, есть, чуть поймал. Блин, ну там нет никого. Тут стреляли. Ладно, отворачиваю, слишком близко. О, БМПшку нашел. Работаю. Thank you.
вроде прям вижу, но он не... что ли? Да. Одна убитая. Смотри, по-моему, левая убитая, по-моему. Не навалилась. Больше. Так, одну убил. Справа, смотри, там что-то еще, по-моему, видел. По дороге. Так, ну, пока не вижу. Попробую сейчас с левым развернуться, с обратной стороны города найти что. Вот с города, мне кажется, кто-то убил. Да, там да. То ли танк, то ли что-то такое, потому что летели по мне трассера. Я, кажется, вижу. Я попробую проработать. За городом, получается. Вот ты сейчас там не пролетаешь. И кто-то там. Не знаю, это то, не то. Сейчас посмотрим. Мне кажется, там танк стоит. Ты низко даже ходишь? Да. Тут ты с горы стрелял. Ну, по траку я нарами его шпану. А ты нашел? Ну, трак здесь один нашел, да. Ты там пролетал, он потом и не стрелял по тебе. А по карте посмотри, появись. На востоке. Надо идти. А ну-ка, вот это чуть-чуть.
ДМ стоит, он выбит меня. Да, он выбит, я прям в него попал. Так, ну чё, нам смотри. Давай. Пошли левее, примерно курсом 200. Есть, так вот. Сейчас пойдем до дороги, поглядывай по сторонам, потому что здесь, возможно, где-то она стоит. Я так же шел просто. Наблюдаю слева колонну. Наблюдаю колонну. Нет, не наша, 100%. Разворачивайся. Сейчас увидишь, она идет, причем на ходу. Угу. О, там куча, блин. У тебя нары остались? Конечно. Попробуй вычислить с дороги, зайти прям продольно у них херануть. Там большая колонна, большая колонна. Минимум 9 единиц техники, если не больше. Относить тебя на сколько? Дорога, которая под тобой? На 11 часов у меня, сейчас на 12 будет. Я вижу, ага. Тебя себе. Что это за техника? Ага. Так, там Зушка есть, первая идет в колонне. Всем привет. Привет. Кто на стрим зайдет? Пуск. Убил. Колонна разъезжаться начала. Я попробую зайти почти влево. Отворачиваю правым, потом буду... А там что, башня? Чёник, это ты в Туран сейчас стрелял? Да. Бардак там еще есть. Бардем. Смотри, сзади в оконцовке было что-то такое. Если все машины или пушка, или... Переключайся на пушке. Точно, там нету ничего? Тебя не стреляет? Нет, машины все. Да. Ну, давай что-то за пушками. Саточкой. Какие-то пожарные. Красные. А тут хороший этот. Метку поставил на всякий случай. Пускай стоит. А это точно не наши? Зушка по тебе не стреляла, когда ты ее убивал? Стреляла. Стреляла, да? Да, нифига там повыносил. А сколько ты там будешь техники, Олег? 4, 3, 3. А, ты на армии прошелся, да? Да, да. Ну, значит, все понятно. На пушку приезжать. То же самое. Бензовоза. Да, да, да. И шишига стоит одна. Пустая вроде как, без игрушки.
Так, там еще, где я это, стрелял, там еще одна есть. Так, ну я понял, что одна осталась машинка. Мы сейчас все повыносили, Олег. Ты видишь ее одну последнюю оставшуюся? Видел, сейчас не вижу. Ну если у тебя а удобный момент, то работай, если удобно. Если нет, я вчера доверну. Что я уже? Верну. Давай, доворачивай. Работай, давай. Коса, коса, коса. Попал, отлично. Так, а что у меня по турам осталось? Так, тут один остался, кажется. Пойдем на опять. Два. Пошли, короче, дальше. Пройдемся. Медведь на подходе. Принято. Ты южнее тогда смещайся. Принял. На F10 посмотри, ты линию фронта увидишь, Миш. Она кругом таким обозначена. Такими. Да тут, ну, много кругов. Вот этот LP86 квадрат, LP75, вот она пошла. А, вот этот круг. И нет, надо послушивать эти по радио, что он говорит. Он тогда до этого сказал нам, Жене, когда мы здесь летали, что вот с этого города колонна двигается. Он даже про чужой говорит? Ну вот он, ну типа, заметил колонну. А-а-а. Тут же у нас это, Берлоу летает. Так и за читерс на Берлоу летает. Который колонна видит. Тут и этот у нас летает, медведь. Не то что Миша, а тут что этот? Которые Бомбер. Да. Пойдем до того населенного пункта, пройдемся от этого, который вдоль реки. Давай. Ты тоже там в оба глаза посматривай. Не, к 4, он не возьмем. Пройдет. Ну да, не должны. Я просто пока не наблюдаю никого. Да, я тоже. Это справа от города пойдет. Давай я тогда слева пойду. Так, у меня скоро, кстати, это топливо будет тю-тю. Да, кстати, у меня тоже, ну что. Идем за мной? Ну давай сейчас еще вот так вот поглядим, пройдем этот город. Давай, пройдем. Вы на кого меня бросаете? А, сейчас будет ясно, что если что, говорится. Если город чистый, то надо возвращаться, потому что мы можем и не вернуться. Миша, не переживай, выпусти. Олег, ну то, что в городе, в самом центре, я думаю, их вряд ли напихают. Ну да, да. Но я пока ничего. Возможно, следующим. Смотри, тут у нас еще танки, видишь, стоят от нас, получается, справа. Час на два у нас. Миш. Далеко. Да. Надо нам быть с тобой вышняву зарубиться. В кого? Ну, потому что я так не сильная игрушка для ума. А, да, надо. Да. Олег, я доворачиваю, потому что для танка на наши довернем. Давай. Это примерно 270 сейчас. Там посмотрим, воюют они с кем, нет? Они в городе? Я не знаю, я понятия не имею, как они стоят. И потом, если что, на филд пойдем. Давай. Заправляться надо. По-моему, 270. Под тобой, смотри, вроде. Ты слева у меня, да. Я слева. Точнее, ты, я у тебя справа. Ты вижу. Тут еще Миша где-то рядом.
Теперь жопа с там. Где зенитки выбил, теперь можно их натягивать. Ты их на филде там тянешь? Да я два филда вычистил по Севилье, СНС, и конец миссии уже, да? Нет, только начало. Не знаю, с ним запускать или нет. Да хер с ним. Так, Миша, наблюдаю тебя, наблюдаю. Населенный пункт слева, смотри, у нас левее на час где-то. Там поглядывай тоже. Да, есть техника, вижу. Где ты видишь? Ты смотри, с нашими перепутай. 11 часов, прямо на пункте. Да, ну работай. Где она там стоит? А, я вижу, техника вроде. Кто-то вроде как ставил там. О, строится, строится, гусяра. Отрабатываю и домой. Миш, наблюдаешь? Кого? Технику. Нет. Населенный пункт у нас по курсу сейчас 250-70, рядом шел. Так, это я к тебе, что ли, пристраиваюсь, да? Да, да. То есть пошел к завару, принял. Курс 260, смотри, стоит. Ну, я посмотрю, завар куда-то работает. ПМП. Работай, работай. Она одинокая? Да, вот работает. Которая с краю возле дороги стоит, да? Да, да. Работай, да. Работай. Просто я ее вижу, я не знаю, может быть, там в одну точку целена. Справа через горло. Ра? Не знаю, работай. Давай. Пошла, да? Завар 6. Возможно, далеко туда, опять я не хожу. Я тоже ПМП вижу. Смотри, где? Видите, там далеко. Не вижу. Не вижу там выстрела. Да, не долетело, Олег. Да. Пошла. Давай я. Давай пошел. Все, давай я тогда ее бросаю. Я дальше пошел рыбу чистить. Я уже вижу. Раз, два, три, четыре единицы. Миша, тут имею в виду, говорят, что сюрприз есть. Мимо. Из ДРК. Мимо. Я могу попасть. Да, я еще вижу. Еще четыре единицы. Одну на окраине. У меня два птура. Танк нашел. Че, не попал, что ли? О, пошла стрела по мне. Дела? Душка тут где-то стоит. Вот по мне. О, подожди, вон, по мне закидывает. Вообще прям хорошо вкидывает. Я отворачиваю. Пошла на душку ракета. Давай, 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 давай. Отворачивай. А вот это здесь еще возле леса, еще одна, еще возле леса. Заварс. Так, я сейчас еще одну откидываю, ракету. Отваливаю. Да вот, вот по мне сейчас стреляет. Так, мне один движок поставили, блин, вот все, по мне был пуск. Чего ты взял, что пуск? Да я видел, там мне вовсе. Да ладно. Все, да. Отрубей мне, походу. Бля, меня душка вот эта напрягает. Она меня сейчас вынесет, мне кажется. Опа, Миша, в тебя тоже. А, это ты. Нет. Обалдеть. Я вверх прошла. Обалдеть, просто под пузом. Ага, я так офигел. Я поспорил лодку, там видно стоит. Угольщик стоит. Угольщик. А еще в набор пошел. Это хорошо, я изменил траекторию. Он оптикой, видимо, наводился. Этот пуск. Так, я домой. Давай, я подожду, давай. Олег, ты что, живой, нет? Не, меня сбило.
Понял, ему... Игольщик меня сбил. Кто? Игольщик. Игольщик, игольщик. А что, ты что, летаешь, нет? Я сейчас только подошел, запускаюсь. Твою мать, да ты бял себе на плоскость, кого на разного. Аварийный остаток у нас. Может, оборота двигателя можешь скинуть? А вы сказали аварийный остаток? А? Да. Это дефилда 33 километра. Бывает. Сколько? 33. А, ну нормально. На этом белом поле, Миш, там стоит Фазеркагер, человек. Ну я вижу какую-то, хотя не человек, это крышу, может быть, я вижу. Я видел, что из поля прям стрелял, человечек. А вот Зеа вижу. Дороги, видишь, перед тобой. Я ЗАшку нашел. А. Да что-то не пускает, сам пущу. А, ну вот она и. Там уже конечно. Выключка, походу, едет. Я прошлый пуск помню, мне по жопе, блин. А да, блин, проектор рядышком. Далеко не близко. Я заметил, что я намного дальше, ну, радиусы делаю заходы дальше, больше, зато безопаснее, да. Так, Новопавловск, туда лететь, да? Посмотри, PF-10 меня. PF-10 меня найдешь, я около него. Дольская. Раз, два, три, четыре. Представляешь? Дольская, понял. Шестеро, представляешь, шестеро, сволочь. Завар, там слева было, да? Да, вам слева.
Ну, давай посмотрим. Украинская, что ли, речь, я не понял. Чё-чё? Косвенно это когда на дондыге летишь. Когда дондыга была. Или когда без крыльев летишь. Вот это косвенно. Это так. Косвенно это я вот полетел тогда. О, да. Женя нормально летел тоже. Или это польский, чё-то не врубаюсь. Там, да, там. Через раз всё. Живая сила. Что-то я не вижу. Технику не вижу. Олег, давай, рассказывай. А как я? Ты в прошлый раз видел что-то? Это этот, слышишь, компьютерный этот, как его, блядь, озвучивает. Так, Миш, вижу, прям перед тобой. Видишь, полоска идет. Ну, это труп. А, труп? Да. Блин, он, наверное... Ну, учитывая, я еще не забыл. Петрович полетает. О, Миш, полетает. О! Запомним? Да, 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 я понял. Ты выйдешь? Запомнил я? Ну, примерно, да, запомнил. Чё, по жопе что-то попало? Пёником. С тобой, да? Чё-чё? Мой разошёлся. А я не видел. Я сейчас... А ты занят, просто посадкой, разошёлся. Посадкой занят. Блин, я забыл, как на обрез точки ставить, блин. Так точку поставил и полетел, блин. Это я тоже не могу поставить. Да я уже не помню обрез. Сейчас повторяю. Нашел тут бетер.
По РДМ точнее. Так, может новый борт взять? Да конечно. Давай. Взял, запускайся. Так, топливо надо процентов... 70 надо. 70 взял, да. Все, отошел. Миша, ты там стреляешь по кому-нибудь? На арме по пехоте отработал. Мне кто-то... Ну, скорее всего, они мне по жопе сейчас... Не видел. Так, по мне откуда стрельнули, не понял откуда. На месте? Как раз автобарат пусть выполнил. Сейчас подожди. Наоборот. Ты уже запустился, да? Заканчиваю, да. Меня найдите. Ага, да, все, я понял. Значит, нам курс.
Там кто-то есть, говорит, Миша, да? Пом... Я сейчас заходил на пехоту, мне кто-то по жопе надавал, я не видел откуда. Кого-то вижу. Сапсан, ты? Ну да. Но по голосу он тебя не видел. По тебе стрельба, справа. Вижу. Хожу. Но я не видел откуда, далеко от меня. Я примерно засел тут. Я близко. В деревьях. Там что было, чапарель или что вообще? Не знаю, я не смотрел. А что у нас есть? Так, еще раз стрельба. Сейчас засеку. По тебе только что стрельнули. Да, по вам стреляют. За деревьями. Я не вижу. У меня и Петрович не видит его. Да ладно. Да. Попали. Да я ничего не замечаю, нормально работаю. Здесь зушка, короче, зушки такие злые, я тебе говорю. Потому что. Вау, по жопе мне как. Черкануло и все, и двигатель выбило. Причем по два раза. Кто-то вон еще смотрит, справа стреляет, видим? Кому-то. Я смотрю там, откуда по Мише стреляли. Да. Это откуда-то, то ли там дома какие-то, то ли еще не дома. Подалеко, не видно, видишь. Там,
Там много запсана. Да, наблюдаю. Блин, он прям залезан на ней. Жестко. Миша, ты живой? Да. А где ты? Я чуть-чуть не наблюдаю. Ты в нуля где-то? Ну, почти. Пойдем, стрельба по кому-то. А меня сбили. Кто-то там дымит там, кто-то. Там сбили, ты прям в лаку залез там конкретно. Это уже соседний город, кстати. Да. Да, он далеко ушел. Там вообще прям много чего, техники я заметил. Я тогда отойду немножко вправо, будет во правой стороне работать. Давай, я левую сторону возьму. Вау, стрельба по мне. Смотри, смотри, сейчас по мне будут работать Кёник. Ты где находишься, где Сапсан был? Не совсем, я чуть-чуть восточнее, наверное. Восточнее. Ну вот посмотри по F10, господи. У меня слева с 9 часов была стрельба. Я ее вижу, просто мне неудобно сейчас. Да, наблюдаю. Я вижу эту технику, сейчас отойду, сам ее грохну. Видишь, Олег? Пока нет. Я наблюдаю с правой части у тебя. А, все, видно, на белом квадрате, да, видно. Навожусь. На белом квадрате, да? Нет. Я тут за лесов вижу. Сейчас правее доверну. Две техники, две ниццы вижу. Все, я вижу на квадрате. Судя по обстрелу, как его долбили там. Вон, по мне стреляет. По тебе. Да вон, в лоб лупануло. Почему он не стреляет, блядь, ну? Кто же вот он? Снял зушку. Там еще было. А он косячит, он неправильно определяет. Отваливаю, право. Отваливаю, право. По мне стрельба откуда? Блин, я уже развернулся. Слушай, ну я далеко был, и по мне так накинули нормально так. Ну я там еще вижу. Ой, блин, по правой стороне много очень. Если право отворачиваешь, аккуратнее. По мне откуда-то зушка сейчас только что стреляла. В поселке есть техника. Ты развернешься. Глубоко вправо не уходи. Я больше не буду так, потому что я тебе говорю, я отвернул, по мне откуда-то накинули. Все убили здесь? И опять накинули по двигателю, блин. Опять обороты упали на него. Да ты че? Ну не сильно, еще живой, но еще раз я такой не выдержу. Так, а может здесь будет? Это озеро, да? Другое озеро. Это другое озеро. Это возле нашей техники как раз. Или далеко он стоит. Снял зушку. Там еще техника была. А, это наши танки. Смотри, тут наши танки должны быть, да. Где что-то тебе не стреляет. Карта откроется, что ли? А, блин, я тут сланулся, прям рядом стоя, думаю. Вот. Тоже их убил так. Ладошки.
душку нашел. Где она? Все, вижу. Да. Надеюсь, не знаешь. Пуск. Отлично. Со всех сторон держи. Да, тут вправо очень опасно. Тут очень там... опасно. Я очень опасно. Я не думал, что так близко, Олег. Да там вообще, ну что, ты... Мне когда я сказал, как чуть сам начать, тут уже были разрывы рядом. Уже не спеша к этику по одному. Вот Зушка по мне сейчас кидала или что, я не знаю, это прям хорошо так молотило. Охереть. Завар Т-55 в критическом состоянии. Это твоя миссия, что ли? Ну то, что он запустил, это к нему там типа относится, наверное. Ладно. Зайди точно. Давай, давай. Только вот по кому ты ее пустил, интересно? ТНП. А, там слева еще одна, я сейчас ее отработаю. Давай, сливаешь сюда. Блин, Зушка? О, Зушка. Откуда она лупит? Вон, за городом. За городом, ну ладно, я пока тут отработаю, что там. Давай, ну я замечу. БМП, тут, БМП. Хорошо, я по той отработаю. Я засек ее. Только близко не подходи от него. Пуск. Есть, уничтожена. Она где-то... Да, вон, я вижу ее. Да брось, отлазь к этому, к озеру. Опять напихали. Да мне уже поднапихали. Ну вот, вот. Фишки же целые пока еще. Нет, да, ты Миш спрашивает меня? Да. Фишки были целые у тебя? Да, да, да. Ну один немножко обороты упали, чуть-чуть слегка. Незначительное повреждение. Не бережешь. Заворачивайся. Части города, там такой, блин, уголок с лесом. Ну да, я если что, могу сейчас ее захватить. Так вот, запад же она здесь. Вот я смотрюсь. Это, по-моему, там она была. Да, поймал. А где ее поймал? Я зацепил ее, могу сейчас работать. Хорошо, отворачиваю, бросаю. Работаю. Пусть. Вот он, парни зеленого. Перезагажу. Готово. Так, по тебе слева, я снизу. Принял, отворачиваю. Смотри, смотри, откуда я сейчас работаю. Знаешь, ух ты, все, по мне что-то жесткое попалось. Блин, слышишь? Это ракета была. Блин, как раз я рядом с душкой. Ты убил. Да, все, я вообще в мясо. Ну, я видел, да. Ракета какая? Кингер? Какая-то. Кингер, ну, да. Что-то типа того, потому что... Подверка, короче. Полоса была, я видел, дела. Слушай, такие они хитрецы, а, вообще. Пускай поближе, да, и прям... Да.
Они тебе прям в пузо стрельнули. Миш, ты высек откуда-то? Я заметил, но откуда-то с центра города. Миша дымные гоняет. Ты я живее всех живых. А чуть ли не вижу тебя. Ну дым идет. Ты здесь же рядом? Ну, я вижу, ну вы далече от меня. Он в том предыдущем городе, Миша. Да. Сказал, я обернулся и увидел полосу белую. Белая лента. Так, а куда я последний раз заходил? А, я на Зушку заходил. Я отворачивал вправо. Ну вот этот предыдущий город, я уже над ним летаю вовсю. Пока тьфу-тьфу-тьфу. А я пустой же почти. У меня один ну, управляемый снаряд. Наров нет и пушка. А, еще пехотинцы, помню, где остались. Сейчас пойду пехотинцев ущемлять. Лев, ты помнишь, сколько дури можно отдавать без МВшки? На дури? Да на всю. 3250 у земли 30 минут максимально. А, вопрос. Главное при пикере не сбрасывай меньше 500. Смотри, у нее рабочая 3000. Она охлаждается, вот он газ даешь, она становится на потом. Рабочая 3000, экономичная 2800, 2700 и ниже. 3250 это на взлете можно давать кратковременно. Потом при разгоне 30 минут можно гонять у земли, но не выше 1000. Вот желательно. Вот. Потом перепад с 3 с чем-то там, с 3 до 3,5, вот это, когда он перекидывает. Нагнетать, вот. Стараться меньше, ну, на этих высотах меньше прыгать, чтобы тебя меньше нагнетать. И свыше 7500 можно на 3200 забыть, короче. Но жрет она как-то себя. От трёшки тоже жрет. Ну, вообще, когда да, она вот как не себя играет. Не знаю, шорли дура не такая прожорливая, это бесит, больше прожор. Не, она прожорливая, но просто у нее много топлива. Берет она прям бедрами, но много готов. Казалось, больше всего Nissan жрет. Под лапой рука отметал, это все. Смотришь через 5 минут. Пустой уже. Снижение? А? В снижение? Ну вот горизонт поставил и что-то. В горизонте 600 трон. Да. Я там же. Ну, поездить посмотрю. Да пехотинцы, мне кажется, еще остались. Сейчас попробую Петровичем найти их.
коридора что-то напоминает какого-то шершня. По-моему, тут нет никого уже. Пушка и одна ракета. Приходи, у меня тоже ракеты на подъем. Куда? К тебе? Да. Тут недалеко от тебя. Хорошо. Чего там уже нету техники, да? Да какой тут? Или есть? Полно тут, чё? Туда же, да? Для метки, да? Сейчас я поставлю туда. А, ну где я лечу? Найди меня. Я сейчас прям на сервере. Скажу. Видел с одного слепами? Да я тебя еще пока не вижу. Что? Ну, далеко еще пока. Ну. Ага, вижу. Ой, пати, там стрелковка, по-моему, лупит. Покажи, куда лупить-то. Я вам место там поставил, куда завар стрелял. Да, вот где, куда я попал, где ракета взорвалась, там стоит душка и еще как вот это дальше. И еще одна душка. Ну, я не знаю, где взорвалась, но метку я вижу слева от меня. Ладно, БМПшку какую-то нашел, сейчас есть стрельну. Ой. Да, я прям встрел. Сними эту. Найду. Ну она по мне стреляла. Но если ты не найдешь, я ее знаю. Но у меня только пушка. Я ее вижу сейчас, развернусь сейчас, что. Ты убил. Болел. Повторный. Ай, блядь. Ой, ай. И не стреляли. Она по тебе лупит. Захожу на нее. Давай. Лишь, она меня прикрыла. Ну давай, если не убьешь, что, работу. Ой, там еще кто-то. Сапсан, долго? Блять, а что с этим, блять, телеавтоматом? Я вообще нихуя, да сейчас стреляю.
А что, у меня пуска нету, блядь. О, все, мне хаю. Блядь, две ракеты пошли, почему, блядь? Понял. Все, прям очередь зашла так. Пол. Да. Убил. Что-то с индикатором все равно что-то не то. Что-то не правильно делаешь. Да все я правильно делаю, я на нем 100 лет летал, блядь. Что ты мне рассказывал? 100 лет. Потому что 100 лет назад забыл ты. Да ничего я не забыл. Я только что специально в уроке пересматривал. СМФ, блядь, вспоминал все это. Он стреляет все, но индикация какая-то другая. Может что-то поменяли, блядь. Поворачиваюсь. Так, мне один пуск и все. Заправка по плану. Перезарядка по плану. На 24-ке сделали, что когда запуск ВСУ, у него огонь в это. Или этого нет? Ты говоришь? Ну когда у Ми-8 ВСУ запускаешь, у нее огонь из. Если на 24-ке огонь. Что-то я поздно ж, может, начал ты смотреть. Сделали. Они в крайней обнове это сделали. Я проверял. И на полтиннике есть огонь, и на этом, на всех. Значит, поздно нажал. 2 секунды держи, сразу переключайся на F2, тогда видно. Что где взрыв? Опять не попал, да что сейчас уже. За городом 3 десятки здесь стоит. Сейчас по мне стреляют, видел? Знаешь... А, я вроде что-то на старыми, если так нальёт. Ох ты ж ни хера себе! Я примерно метр засек, сейчас попытаюсь зависнуть. Сука, что скорость большая. Да. Надолбили прям дом. Почти попал, обалдеть. Понял, где? Понял, здесь сейчас там буду искать. Блин, кончились. Ай-яй-яй. Ой, я даже одно убил. Все, я их засек. Сейчас буду работать.
Валим, валим, валим. Так, мы один друга поставили, походу. Сейчас буду работать. Генератор подгон. Работаю. Давай, я подумаю. Нашла ракета. Блин, слушай, ну вот это притрушенные, блин, на спидфайрах боятся задора. А то. Похоже, мне не получится там дойти. Еще по одному работаю, второй. Их двое там было, Олег? Да. Две убил. Я... А дальше там не было никого? Там посмотри по городу, по-русски. Поднял. Все, что ли, да? Домой идем? Я да, у меня один дежурный день. Ты там все убил, что ли? Ну я больше никого не вижу. Так ты пройдись. Поближе подойди, посмотри. На живца. Все, что ли? Надо смотреть лучше. Ты полетаешь вокруг? Да, а ты дымишься, что ли? Да я говорю, а ну дымишься. Еле иду. Что-то много повносили, не? Ну нормально, да. Уже следующий город? Да тот же, да, где лезвие. Закосили добро. Только, выпили. Кто знал, это без задолго. Где она включается просто? Приземная гидросистема. Буквально на читателя. Да только ты, он читал, если не можешь стрелять. Что это не можешь стрелять? Хуйню какую-то огородишь постоянно, блядь. А ты нет по букварь?
Ну, потому что ты вот летаешь, и вот ты хоть раз что-то прочитал, там хотя бы вон про один самолет. И ты почитал, вот, говоришь, две посмотрел, сколько я туда летал. У тебя ничего не получается. У кого, блядь, ничего не получается? Что ты несешь хуйню? Я следал. Ой, блядь. Снешь хуйню, мамонь, блядь. Я говорю, индикация другая поменялась, может обнова какая-то была бы. Что давно не летал на ней. Вот эти, да? Сапсан? Ой, Сапсан, завар. Сбрось подвес. Если бы ты раньше сказал, я бы тебе второе крыло мог помочь. Да. Ну, то вроде немножко работает, каждый раз, зачем? Какая тянет. Все, Сапсан, чисто, могу летать? Я не знаю, Миша, я ушел оттуда. Я на посадке. Я две там зенитки убил, вот эти вот, не знаю, там БМПшки или как они называли. Больше не нашел никого. Это что такое? Резервная, наверное, работает у тебя все-таки. Если бы дебри вообще не было, то управлять не смог.
Вау, 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 вау. Что-то еще осталось. Я его включил, конечно. Сапсан, еще осталось. А я уже ушел, не помню, сейчас сяду, я все равно сейчас. Так, это, наверное, еще и 6, но не буду тратить. Вышли. Олег, я тут рядом. Подогнал? Может тебя добить? Второе крыло отстегнуть. Автоматом веду.
Призрак готов лететь, там уже нужно орудие. Я пока гонку. А как быстро второй пуск сделать? Вот там бывает, мне не хватает быстро сразу. Когда ты запускаешь? Стою я же. Зушку и Беттер нашел. БРДМ у меня как бы это определился Петровичем. Меня видишь? Смотрю. Специально к тебе полетел. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Кто рядом есть? Кто рядом есть? А, бункер, чем выносить надо? Это большой бункер, который... Или бомба, или это этот... Х-25 убрать. А, посмотри, пожалуйста, кто может по этому... Короче, по F-10 метку на меня поставьте. Здесь прям цель есть. А тебе? Прям на меня. Приходи, а там посмотри. Угу. Здесь гаврики. Ну там рядышком, если подлететь, увидите. Там сейчас шашлыки жарят. Не, мы в ТС под видео смотря. Как зайдешь, жди, я передачу. Вау-вау-вау-вау-вау, мне по жопе кто-то дал, очень больно, ухожу. А, вот это так и было. Нет, мне сейчас кто-то очень сильно стукнул чем-то. Ну это пушка обычно, по тебе ракета. Я не видел откуда. Потому что у тебя облако взрыва было, а у тебя... Я тоже не видел откуда, я потом посмотрел. Сейчас на ПМВ пройду. Там еще больше, мне кажется, шансов поймать.
Миша, а ты длинный, ты уже даже белый, черный. Там, вот там с самого начала проверим. Что-то упало, что ли, это трупик вижу чей-то. Ладно, всем пока. Давай. Пока. Управляемого много вооружения. Куда-нибудь надо это все выгрузить. Видел, куда я стрелял? Нет, я тебя сейчас не видел. Ну ладно. Я за... Там машинка в деревьях стояла. Я сюда не вижу. Да, ее плохо видно. Не знаю, найду сейчас, нет. Ты тот же город еще, Миша? Ну я там, где да, Сапсан смотрел, я сейчас там, ну я уже в наглую летаю. Трак нашел какой-то. Не знаю сейчас. Что? Пушка его. Так проблему его найти надо. Видать не дыры визуально. Мне
это над городом, да, тут пролетело? Ты вот метку мою поставил где, да? Там подойдешь, там бункер есть. Вот около бункера по мне что-то прилетало. Сейчас подойду, у меня есть управляемая. Посмотрим, где она. От бункера? От бункера далеко? Я стреляю, вот скорость бьет еще. Там же почти рядом, да? Ты же заметил? Нет. Опять за уши. Ой, попадаю, не? Добро насыпает она. Я пока далеко. Миша, тебе направо надо, барахи. 180-190. Далеко. Видишь, там белая антенна? Антенна белая. Угу. Нзушка там рядом стоит, я ее выиграл. Где-то еще там. Вот еще бьют. Вот опять где у тебя бьют, блин, сзади. Заметил где-нибудь? Нет. Короче, еще две где-то есть. А, вот она, ее вот. Угу, да, вижу. А есть? Нашел, зацепил. Оп, у меня электроника выключается. Все, я никакой, выхожу. А ты еще боевой? Я чуть газульку дал, у меня генератор вырубается. Поменьше сделано. Проблема в том, что я не могу нормально управлять. Ну, сейчас попробую отойти, набрать высоты. Да-да, я так и сделал. А, эту зушку грохнули, да? Да, я убил. Тут где-то еще одна была, блин, я уже забыл, откуда она была. Я примерно иду в ту сторону, погоди. Я пока далеко. Там антенна, а, все, я понял, пробил. Ух ты, она как далеко.
нет, там где-то было, по-моему, здесь вижу. Покажу, вроде бы пойдет. Надо слушать, как проверить, пройдет. Да, да, да. Так, тут сейчас свои. Придумаешь, как. Так, тогда я ухожу, если нет никого. А он от меня слева, сзади на 8 часов. Направо смотри. Да-да-да. Ну вот он у меня слева, сзади. Вот антенну смотри, от антенны. Так, потерял его. Где он? Направо тебе надо. Направо. Да, направо доворачивай. Я сейчас круг дам, тут посмотрю еще. Вот где вышка, да? Я не могу сейчас сказать. Нет, вышка. О, отлично. Это ловят сами. И на антенну наводятся. Стреляли? А, я не знаю, зачем. Ну, как бы, я не знаю, попробуй стрелять, но, блин, я не пробовал. Я на армии стрелял, но это бесполезно. Ладно. Болтай. Я дальше на восток пошел. Север пройдет, посмотрю, может, там сюда. Не сбивается. Ну, да бросится, да. Бункер. Просто, блин, возле бункера есть цель. Вернул. Бьёшь? Все далеко от тебя. Блин, попал. Сейчас не попал. Отойди, что? Ну ты убьешь, да? Попробуй. Давай. Я просто возвращаться не буду, я далеко. Давай, давай, давай. Тут еще поиск. Следующий.
Нифига себе. Они по мне не стреляют. Свои. Я не могу их захватить. Твои, наверное. Трое своих. А по карте их нет своих. Там что не добили? Может триггер не срабатывает? Может быть. Ну то, что не добили там. Ну я понял, да. Потому что тут есть куча. Да, да, что, а, есть? Ну тут техника стоит, она не определяет какого. Ну понял, он не ловит. А, подожди, тут битая техника есть. Битая там стоит. А. Так, ну я на юг пойду, скажем. Я тут прошел, никого не наблюдаю, по мне никто не стреляет. Разворачивайся. Куда ехать? Что такое? Ну так, давай. У меня тут ощущение, что мы все вынесем. Вы PF10 смотрели меню свое? Там кроме заданий ничего нет. Ну мы это поняли уже. Ты блин, ну а где же? А ЛП-98 вы вынесли? Что? Меня в ЛП-98 отправили. Вы там работали, а когда я пришел? Странно. Блин, воздух, просто твою мать, ты лодки берешь. Спереди была, да? А? Спереди была? Сзади, сзади, сзади. Вон она ему засаживает. Алис. Возврат? Приехал, да. Ты блин, берешь. Как в прошлый раз.
Блин. Пустила диск вообще, должна Петрович как слепой там. Вот строй, а? За деревьями стояла, да? Да? Наверное. Я вижу. Ну я, наверное, в поле сяду. Возле бункера бетонного, где-то там, да. Видишь меня, да? Видел сейчас. А, это меньше. Я не вижу. Я уже почти сажусь на филд. Вдоль дороги там стоит, посмотри. Я там реку вижу. Там город рядом? Ну да. Где-то прям по центру города. А где эта гора? А вот гора, где ты должен быть справа, смотри. Справа? Вот он справа у тебя, на полвторого бункера. Бетонная, вдоль дороги. Да, нашел. Вот нашел. Там, рядом с ним. Так без не подходя, пускай, а то он расстреливает. Вон, а видишь? А, нет, ага, вижу все. Чуть левее, прям, метров 10 от бункера. На армию загонять же. Ай, блин, все, дремишь. Кати на армию. А, так успел. Есть. Отказал генератор. Ну да, ну тебя сильно посекло. Блин, ни хрена себе. Как оно здесь оказалось все? Ну да. Все, электричество кончается. Как я садись в поле? Сейчас. Я хочу, может, здесь еще кого это увижу. Да вот я тоже из-за этого не ухожу, на тебя смотрю. Сейчас бомбучу, я тогда через Гифорсу.